Я прошу звук режиссера убирать, не трогать звук. Вот если чуть-чуть погромче монитора, голос, пожалуйста. И гитарку. И голос чуть-чуть погромче монитора. Большая просьба, не убирать звук, не трогать ничего, хорошо? Я спою вам сегодня две песни, но не свои, а замечательных авторов, один из которых присутствует сегодня здесь. Я скажу чуть попозже. А первая песня на стихи Сергея Каплана. Музыку написал Ивановский автор Максим Каблуков. В Питере снег. Стынет февраль.